привет, дорогие друзья! Всем привет! Как вы помните, я сделала опрос на канале, и большинство хочет видеть больше видео о турецких традициях. И сегодня одну из таких традиций я вам покажу, потому что сейчас идет священный для всех мусульман месяц Рамадан, и по всей Турции, ну, конечно же, все мусульмане устраивают ифтары. Что такое ифтар, расскажу вам чуть попозже, как он проходит, и почему, и где, и, в общем, для кого. Поэтому смотрите, думаю, будет интересно. Пока мы ждем еду, покажу вам. Сейчас мы находимся в центре, ну, практически в центре Алани, на набережной. Покажу вам немного... Что здесь у нас есть? В общем, все зелено, красиво. Солнце практически зашло. И этот ресторан, в котором мы сейчас находимся, расположен прямо на берегу моря. Очень классный ресторан. Он работает и зимой, и летом. Здесь есть детская площадка. Это помещение внутреннее используют зимой. Здесь также открытая кухня. Soner Bey. Merhaba. Geri kaçıyorum. Русский берёшь мусун? Нет. Нет. Тамам. Так, русский не знает, значит, покажу кухню, друзья. Вот здесь вот у них открытая кухня. Ой-ой-ой, готовят всякую вкуснятину. Скорее всего, это для нас. Очень классно. И мы такие голодные после работы. Супер будет. Здесь есть детская комната. Здесь есть вот такая вот терраса, где можно сидеть с видом на Аланью. Кушать, пить чай. И прям здесь есть пляж. В общем, этот ресторан находится прямо на самом-самом берегу моря. Летом здесь очень много народу, ну и сейчас тоже вы видели, очень много народу пришло на ифтар. Ну и, конечно же, днем здесь полный пляж, люди отдыхают. Посмотрите, какая красота. Только-только зашло солнце, буквально несколько минут назад. Вдалеке кораблик, крепость Алании подсвеченная, огоньками Красная башня. Ну а сейчас, друзья, давайте вернемся обратно в ресторан, и я покажу, чем же нас кормят на ифтар. Ифтар, точнее, разговение. Покажу вам, какие блюда подают на ифтар. Друзья, сейчас вам Айхан расскажет про ифтар, про Рамазан. В общем, Айхан. Ифтар. Рамазанда iki kere yemek yeriz biz. Bir sabaha karşı sahur ve gün boyunca bir şey yemeyiz ve akşam iftar yemeği yeriz. Ne zaman yeriz? Akşam ezanı okunur. Ondan sonra ezan biliyorsun. Ezan okunduktan sonra oruç açarız. Önce su ya da hurma ya da zeytin, tuzlu bir şey. Sonra normal yemek yersin ve orucu açmış olursun. Oruçta, iftarda şöyle bir olay vardır. İnsanlar akrabalarına, çalışanlarına ya da komşularına iftar davetleri verirler. Ki hep beraber daha iftar yapılsın diye. Bu birlikte olmanın ve arkadaşlık bağlarının güçlendirmesini sağlar. Ki biz de bugün Haber Alanya Gazetesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haber Alanya Gazetesi'nin verdiği iftar yemindeyiz. Ben de biliyorsunuz uzun yıllardır Haber Alanya Gazetesi'nde çalıştım. Hala da köşe yazmaya devam ediyorum. Hadi isterseniz sizi Haber Alanya'nın sahibi ve genel yayın yönetmeni ile tanıştırayım. Gelin. Olmadı ki bir şey. Haber Alanya Gazetesi 16 yaşında. Tamam Volkan, sana Cevdet Zamanoğlu gazetenin imtiyaz sahibi. Tebrik ederiz 16. yılı. Çok teşekkürler. Güzel bir iftarla burada arkadaşlarımızla birlikteyiz. Güzel bir 16 yıl geçirdik. İnşallah nice 16 yıllara diye. Rıza Yanık, Haber Alanya Gazetesi genel yayın yönetmeni. Benim de müdürüm kendisi. Merhaba. 16 yılı burada hep birlikte eski ve yeni arkadaşlarımızla kutluyoruz. Hayırlı olsun. Ve Barış Bey var, onu da söyleyelim. Barış Bey de gazetenin yazı işleri müdürü, aynı zamanda muhasebecisi. Böyle. Sen de birkaç kelime söyle.
16. yılımızı kutluyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımızla, rektörlerimizle. İnşallah daha nice 16. yıllar görür gazetemiz. Bu sene Ramazan'a geldi, süper oldu değil mi? Evet, evet. İftar ve çok güzel. Seneye de Ramazan'a gelecek. 17. yılda görüşmek üzere diyorum. Ha, buradayım gerçekten. Olsun, sağ ol abi. На закуску нам подали вот такие вот булочки с сыром, с мясом Айхан уже съел, суп из чечевицы, хурма, ну и, конечно же, много различных салатов и напитков. Айхан, сен ханги чорба йорсун? Яйла. Яйла чорба? Йорт, пиринч, бахарат весайр. Гюзели мой? Вкусно. Еще в Турции есть вот такой вот напиток, который называется шалгам. Пишите в комментариях, кто его пил или пробовал. Делают его из воды, красной моркови и соли. Сейчас Айхан попробует. Айхан, хаджидене. Сейчас Айхан попробует. Я вообще это не люблю и даже пить не могу. Он такой солененький. Вкусно? Очень вкусно. Türkisch. Ока, abi. Çatalımızı alabilirsiniz. На второй нам принесли Adana kebab. Так, что у нас здесь есть? Мясо, курица, перец зажаренный и на лаваше и помидорчики. Несколько видов мяса. А, еще есть суджук, смотрите. В общем, вот так вот все это выглядит. Конкурс. Karışık ızgara, sucuk, köfte, İnegöl, Adana kebap, tavuk, domates, biber ve ben. Sen en çok hangi seviyorsun? Ben tabii ki sucuk seviyorum. Afyonluyum çünkü. Sucuk mu? Aha, ben afyonluyum ya. Bizim sucuk meşhur. Айхан больше всего любит этот суджук, а я люблю вот этот. Кайсери сужук, bizimkinin önüne su dökemez. Сыр баба. Сейчас время фотографирования. Айхан всех фоткает на пляже. Наверное, соскучился по старым временам, когда фотографировал для газеты. Vallahi tam idare. Şey anlamında. Tam güzel oldu. Nasıl çıktı? Vallahi iyi çıktı. Sonucu iyi. Ay çok tatlı çıkmış. Hadi enişteyle beraber. Ayhan. Bir de yabancı var gibi. Hadi. Sen eski zamanlar mı özledin? So biraz. Çüt çüt. Tamam. Büyük papya İrem de geldiğine göre sıkıntı yok. Çekiyorum. Так, друзья, сейчас я хочу узнать у наших знакомых, ну, в первую очередь у Ахмета, какая у него любимая турецкая еда. Türk yemekleri. Konu herhalde Türk yemekleri. Benim en sevdiğim Türk yemeği deyince ben özellikle sebze yemeklerini çok seviyorum. Yani çok fazla et olmayan yemekler. Taze fasulyeyi mesela çok severim. Bunun yanında patlıcan, patlıcanın her türlüsünü çok severim. Tabii et bunların yanında kullanılacaksa, yani etli bir yemek olacaksa kavurma, bizim kavurma dediğimiz yemek vazgeçilmez. Сейчас мы ждем наш десерт. Вот там вот вдалеке наш стол. И покажу вам Аланью. Еще раз вид на крепость. Айхан, вон видите, там вдалеке вот белая фигурка. Это Айхан делает прямой эфир на нашем фейсбуке, на нашей страничке в фейсбуке Alanya Türkiye, поэтому обязательно заходите на эту страничку, подписывайтесь на нее, лайкайте ее, и вам всегда будут приходить оповещения, когда мы в прямом эфире. Вы сможете смотреть все прямые эфиры из Alanya. Вот Айхан. Hello, Norway. CJ, hello. И посмотрите, какая классная лунная дорожка.
очень тепло. Если вы спрашиваете про, если вы хотите знать про температуру, то температура, тепло. В общем, уже не холодно даже нам, поэтому температура днем очень жарко, около 30 градусов и выше. Поэтому не бойтесь, приезжайте. На десерт нам принесли фрукты и что-то сладкое. Айхан, что это? Ревани. Ревани. Хамур татлы, шербет, ванилья, falan. İşte güzel bir tatlı, limonlu yapılır. Закончился ифтар. Мы сейчас отправляемся домой. В общем, наелись. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока-пока. И добро пожаловать в Аланию. Bye-bye. See you later.